Юбилей бессмертной даты. В мае 2015 года вся Россия будет отмечать 70-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. В республике уже начали готовиться к событию. Председатель Кабинета министров Чувашии Иван Моторин провел очередное заседание Организационного комитета. Члены оргкомитета обсудили вопросы о проведении информационно-пропагандистских мероприятий. На страницах печатных изданий созданы специальные рубрики ко Дню Победы. В средствах массовой информации выходят передачи о событиях и участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Премьер-министр Иван Моторин предложил использовать и нестандартные методы работы. У нас сейчас очень популярная игра, допустим, World of Tanks, да? Реклама бешеная по нему идет. Почему нам взять два события связать с войной? С каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны становится меньше. Поэтому сегодня одна из задач общества – сохранить память о них и их воспоминания в первозданном виде. Учреждениями культуры ведется планомерная работа по увековечению исторической памяти народа о событиях и героях Великой Отечественной войны. Мы приказом Министерства культуры утвердили график выезда сотрудников наших государственных архивов сейчас в районные города для описания личных семейных архивов и записи устных воспоминаний участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Соответственно, создается их электронная версия. Сегодня уже заключено соглашение, принято материалы у 116 ветеранов Великой Отечественной войны, которые проживают в 9 районах республики. Работа, конечно, такая большая, кропотливая. Но это те материалы, которые останутся навсегда в наших государственных архивах. Министр образования и молодежной политики Чувашии Владимир Иванов также доложил о проводимых мероприятиях. В школах сейчас много занимаются проектной деятельностью, начиная с 5 классов. Ребята генерируют свои идеи, посвященные юбилейной дате, которые находят воплощение не только в молодежных акциях. Около 15% чебоксарских школ имеют телестудии, где создают тематические медиапроекты. Анастасия Алексеева, Республика.